Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Вторжение. Так, ну что же, в прошлой серии мы с вами победили орка гигантского, да, шамана. Так, и теперь, сколько тут? 4 часа 16 минут нам нужно ждать для того, чтобы открылся портал. Сегодня мы, наверное, сходим на вот этого мясника-бутчера, да, скорее всего, и отправимся сюда. Ну, я думаю, что, наверное, начнем с острова Минотавра, да? Тут, ребят, какой-то чувак повесился, а может быть, повесили его. Ну что же, давайте посмотрим. На острове Минотавров не осталось ни единого клочка травы. Они все сожрали. И если рогатых не остановить, то они сожрут всю зелень и в наших землях. Так, и мы с вами получим карточку на лучника. Ну что, ребята, поехали, будем смотреть. Я думаю, что сейчас, конечно, босса не будет, но тем не менее. Так, естественно, нам нужна дополнительная ячейка для того, чтобы взять, скорее всего, мага. Кстати, вот этого вот мечника я прокачал до 2 уровня. Ну что ж, давайте приступим. Ячейка открылась, и мы берем туда нашего друида. Поехали. Посмотреть. Ну, я так понимаю, на этом острове будут одни минотавры. Я сомневаюсь, что здесь будут орки. Надеюсь, ученого не съели тут. А что, минотавры едят людей? На самом деле они едят только траву, но если в траве спит человек, то рогатый может не заметить и съесть его. Значит так, у нас с вами, ребята, две дорожки, которые мы должны будем защищать. Слушай, они довольно длинные, и это мне нравится. Тут какие-то камни с рунами. Ладно, начнем, пожалуй, мы с вами с такого, ребята, расклада. У нас здесь будет подрывник стоять. Кстати, вот здесь бы, наверное, подрывника тоже не помешало влепить, да? На самых начальных этапах, когда будут волны, кто у нас тут? А нет, смотрите-ка, у нас здесь орки тоже присутствуют. Ну что же, замечательно. Так, поставим сюда темного лучника, темного эльфа, да? Вот так это все дело происходит. И нам нужен, конечно же, ниндзя. Вот сюда поставим ниндзю. Потом... Ой, да елки-ты-палки. Поспешил, ребята. Ладно, вот сюда я поставлю друида. Пускай стоит, контролирует обе дорожки. И, конечно же, нам нужен ниндзя. Все, ну что, ребят, давайте посмотрим. Выпускаем волны. Прокачивать нужно будет в первую очередь, конечно же, бомбардира. Так, давайте-ка я, наверное, вот сюда пойду, потому что здесь гопники идут. А там у нас легкие орки, пока. И заодно посмотрим, как у нас там собачка действует. Тыбич. Оу. Сильные, сильные бродяги. Смотрите, ребят, мы не можем даже справиться с ними. Так, отойди отсюда. Я не вижу, что там происходит просто-напросто. Так. Ну, кромсаем орков. Эти орки самые начальные, поэтому они легкие. 6 волн всего здесь будет. Это хорошо, это меня устраивает. Но опять гопота бежит. Да чтоб тебя с копьями уже на этот раз. Ага, а здесь варги. Ладно, с варгами, я думаю, они справятся у меня тут. Надеюсь на это. Так, нужно прокачать, ребята, отравление. Так, погоди-ка. Что-то мне не нравится, как тут все идет, ребята, у нас. Не-н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 е, парень. Не пройдешь, ты не должен пройти. Вот так вот. Друида, 160 монет нужно, чтобы прокачать. Эльфы без отравления слабоваты на самом деле. Если они не травят противника, у нас, как видите, они довольно легко идут. Поэтому нужно прокачивать их. У меня кролики прокачаны, ребята, до 2 ступени. Подожди, что-то тут... Что-то тут как-то не совсем хорошо у нас получается. Мне, по-моему, придется, ребята, суицидных кроликов сюда выпускать. Все. Бомбардир, может быть, его прокачать? Чтобы он получше бомбил здесь. Потом, наверное, нам придется прокачать немножко друида. Да, я думаю, это будет оптимально для нас. Ниндзя тут, если что, прикроет на всякий случай, да? Отлично, пока справляемся. Так, давай мы сюда переметнемся быстренько. Но здесь, наверное, будут минотавры-шаманы, которые могут подбивать моих лучников. Собачка как-то слабенько бомбит, я смотрю, вообще слабенько. Не буду я смотреть рекламу для того, чтобы прокачать башню. Я сам, думаю... Дойду до этого. Так. У моего героя уже пошло уменьшаться здоровье. Так, наверное, мы вот сюда, ребята, его переместим. Что-то тут как-то довольно все серьезно идет.
Кролики. Давайте, молодцы. Сколько нужно нам? 240 монет, чтобы... Ага, все, я прокачиваю, ребят, друида. На 2 звездочки. Сейчас он должен бомбить еще лучше, еще быстрее, еще качественнее. И вот, этого эльфа нужно прокачать до 2 звезд, чтобы он, ребята, мог иметь способность отравлять эту гопоту. Ну, изи. На. Так, кто у нас там дальше пойдет? Оу, ребят, только я говорил про минотавров-шаманов, и вот они сейчас пойдут. И как раз кролики бегут по дорожке, сейчас нанесут урон этим упырям. Ну-ка. Тинь-тинь-тинь-тинь, отлично, шикарненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, кто тут идет, ребят. Так, ты у меня прокачан на отравление, да? Травишь, молодец. Слушай, я не знаю, куда мне идти. Здесь помогать? Нет, я, наверное, все-таки сюда переметнусь. Я переметнусь, ребят, сюда. Потому что это не дело. Он ест свой кусок мяса и тем самым восстанавливает себе. Да что ты стоишь-то там? Ты драться-то будешь? Давай, дерись. Охо-хо-хо-хошечки. Так, прокачали до 2 звездочек. Мне вот этого бомбардира на самом деле нужно прокачать. 320 монет нужно еще для того, чтобы его прапать. 320 монет, ладно. Так, мой герой, ребята, погиб, как мы видим. И это не есть гуд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай-ка, дай-ка я рисану своего героя. Совсем плохи дела, ребят. Совсем плохи дела. Да куда ты? Давай сюда быстрее метнись. Наверное, нам лучше вот так сделать. Да? Отлично. Так, и возвращаемся вот сюда. Нужно бомбить его. 550 монет нужно для того, чтобы прапать нам нашего друида. Вот, 550 монет. Сейчас мы с этой кучкой разберемся, и я смогу прапать его. Там у нас появится уже панда. Ну. Лучники, давайте, 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 бомбите. Да что ж такое-то, придется помогать идти. Вот, уже другой разговор. Есть. Пандочка зловещая, ребята, у нас появилась. Минотавра утащили в кусты. И там же с ним закончили. Так, ну что, думаю, что у нас пока все, ребят, под контролем. Это что, только вторая волна? Это только вторая волна? Я думал, тут уже все, ближе к финалу, оно столько... Только начало самое. Ладушки, вот этого, кстати, нужно прокачать. Отравление всегда нам нужно. Так, бомбардира тоже надо прокачать, это нужно 220 монет. Так, ну что, выпускаем следующую волну. Там варги, генералы на варгах, ёлки-ты-палки. Опачки, оп, грифоны. Грифоны, а я не подготовлен. А я, ребят, не подготовлен, потому что, смотри, они там еще и минотавров тащат. О-хо-хо-хо-хо. Секунду, что тогда делаем? Ребята, эльфов надо выставлять. Так, родной, вот сюда переместись, пожалуйста. Вот сюда. А где мой герой? Я что-то его потерял. Где мой герой ты? Иди сюда. А, вон он там стоит, все, понял. Так, тут... Фу-ху-ху-ху-ху. Кролики, что ли? Нам нужны перезарядить. Придется тратить. Ничего с этим не поделаешь. Эй! Варги, вы далеко собрались-то? Мамочки-то мои родные. Вот как-то таким образом пока. Другого варианта не вижу. Абсолютно никакого другого варианта не вижу, ребят. Так, давай-ка мы этого чувачка подобьем, потому что он тут ускоряет вражин. Так, что, сможем, ребята? Должны, по идее, мы здесь с вами простоять, продержаться. Бомбардир 300... Ах ты, там, смотри, там еще, ребята, один минотавр идет. Мощный такой, да, который будет сейчас нас раздражать. Так, а тут у нас генералы на варгах бегут. Давай вот так вот сделаем. Эй-эй-эй, они очень быстрые. Эти хоть медленно идут, их можно успеть перехватить. А вот тут совсем по-другому все происходит. Давай, ниндзя. Так, панда сейчас поможет нам? Поможет. Я надеюсь, она сюда переметнется потом. Все, тут разобрались. Переключаемся на эту, ребята, волну. Минотавр, он очень сильно бомбит. Он может с удара наказать моего главного персонажа. А где он там у меня? Что он там делает, я не понимаю. Давай, 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 вручай. Так, вот сюда, наверное, мы с вами влепим еще одного друида. Да иди ты вот на эту дорожку, ты мне вот здесь нужен. Ребята, опять убили героя, резаемся. И прокачиваем. Подожди, нет, лучше мы прокачаем бомбардира. Вот так вот. Все, я думаю, что не зря я это сделал.
Да какой ты крепкий, ты посмотри, мы не можем его, ребята, уложить. Все силы практически на него брошены. Ну, упал? Нет, еще живет. Упал. Все, отличненько. Ниндзя слабый у меня здесь, ребят, стоит, оказывается. 150 монет нужно, да, для того, чтобы его еще улучшить маленечко. А друид 200. Я думаю, что вот этого друида надо, которого он сейчас только что смял своей вот этой вот булавой битой. А что интересно такое? Вот смотрите, 210 монет. Это что за... А-тя-тя, нет, не пойдет так дело. 5 моего героя подбили. Паршивцы. Да, вот так вот, ребята, приходится тратить гемы. Иначе без них просто очень тяжело будет. Да что ж такое-то, никак не можем накопить нужное количество нам монет. И это только третья волна. Вот тебе и остров Минотавров. Фух. Хватает, хватает. Давайте улучшим. Вот так, опачки. Вот тебе и нежданчик. Вот тебе и нежданчик, еще идут, ребята, куча Минотавров. Во главе с главарем. Так, 160 нужно прокачать, чтобы прокачать нам нашего эльфа. Главный герой, отойди оттуда, пожалуйста, от этой кучи. Ну. Так, друид, прокачивайся. Бомбардир, ты, подрывник, давай там бомби со всех этих, со всех щелей. Слушай, ну здесь как-то мы его быстрее наказываем. Ладно, это хорошо, это плюсик большущий для нас. Эльфа прокачали, да, до 2 звезд. Так, этот отравленный пока. Друид бедный не знает, чё, кого бомбить. Или этого, или этого. Секунду. Так, тут еще и шаманы пошли. Опять мне, ребята, раздавили моего героя главного. Что, опять резаться? Нет, я, наверное... Нет, 50, куда? Нет, ребят, так не пойдет дело. 50. Вот этого нужно ловить. Герой главный мой, где ты там? Иди сюда. Иди быстрее сюда, говорю. Перехватывай его. Надеюсь, мы и добомбят его все-таки, да? Тут и эльф, тут и друид. Есть. Слушай, а почему они такие крепкие? В прошлый раз мы с вами играли, они не такие уж сильные были, как сейчас. Тут уж что-то вообще чересчур как-то. Давай ниндзю прокачаем. Оп, 760 монет потратили на прокачку. Но зато он, наверное, будет имбовый теперь. Куда вы, варги, собрались? Не тут-то было. Отлично. Так, сейчас посмотрим. Ребята, ниндзя, по идее, должен снять. Задание выполнено, потрошитель. Это хорошо. Это мы еще лишний ключик с вами получим. А нам, по-моему, нужен был один ключик для того, чтобы открыть сундук. Где герой мой? Герой сзади там бомбит, да? Хорошо. Так, здесь у нас полностью улучшено. Вот здесь надо улучшать друида. Опять моего бойца, ребят, подбили. Но уже 32 гема. То есть мне не получится его рисануть. Нет у меня гемов. Закончились все. Так, кролики помогают. Так. Слушай, да мы должны его затравить. Ну-ну-ну-ну-ну, тут ниндзя. Не прокачанный, правда. Так, давай-ка улучшим. Все, сейчас должны бомбануть его. Изи. Так, мой герой воскрешает. Да что такое? Сколько этих волн здесь будет? Ребят, сколько волн здесь вообще будет? Так, вот здесь мы можем с вами кого поставить? Бомбардира, может быть, еще одного. Давай на всякий случай выставим. Если что, будет бегать и там, и здесь прикрывать. Мортары. Мортары. Тыдыч. Так, с минотаврами, с этими мы легко справимся. А вот с главным вот этим вот амбалом, конечно, все намного... Ой, там генералы, их нужно перехватывать. Нам нужно генералов уничтожить. Так, погоди-ка секунду. Бомбардир, давай-ка ты, наверное, вот сюда вот... Хотя он справляется, ниндзя, там. Причем довольно легко. Довольно легко справляется. Так, давай-ка подсобим нашим бойцам. А этот у меня... Ах, у меня этот бомбардир еще и не прокачанный. Вот в чем, ребят, проблема. Надо прокачать в обязательном порядке. Сколько? 220 монет нужно. Офигеть, он там кромсает. Ты понял, моего героя все, нахлобучил. Ну, тут кролики суицидальные сейчас побегут. Тынь, тынь, тынь. Ага, отрядик неплохой выбежал. Так, сколько нам не хватает, да? 220 нужно. Не хватает совсем маленечко. Сейчас, сейчас. Вот, 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 вот. Пошло дело. Пошло, ребята, дело. Бомбардир, давай вот сюда вот переметнись. Да я говорю, вот сюда переметнись, говорю. Что ты там без конца бомбишь? Давай сюда вот иди.
Мой герой сейчас рисанется. Успеет. Еще было бы круто, если бы он когда резался, наносил урон. Было бы вообще замечательно. А я пока, знаешь, чем займусь? Вот этим. Прокачкой. Конечно же, прокачкой. Опять моего... Прикинь, опять моего героя снесли. И панду раздавили, нет? Нет, жива еще пока. Так, этот сейчас должен, по идее, погибнуть. Он отравлен был. Отравление уже закончилось. Ух-ху-ху-ху-ху. Так, давай-ка я сюда, наверное, эльфа вызову. Герой, давай, ты мне здесь нужен. Как никогда. Где он там, а? Варг бежит. Варг бежит, не добежал. Солидно. Герой, 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 герой дня. Давай, беги сюда. Давай, на перехват. На перехват беги. Охо-хо. Они, ребята, под ускорением бегут. Все, я понял. Давай прокачиваем, конечно же. Как же без эльфа-то? Без прокачанного. Пускай строчит там. Так, они... А где ниндзя-то? Оу, опять моего героя, ребят, подбили. Так, бомбардир. Иди сюда, родной. Я говорю, иди сюда. Да что ж ты никак не... Ты можешь сюда вот перейти, в конце-то концов. Хорошо, что панда, ребята, отвлекла. Иначе бы все, проиграли бы мы здесь. Да, моего героя здесь кромсают. Причем довольно жестко. Так. Последняя, да, финальная волна. Я понял. И, ну, смотрите, все. У меня все ячейки, ребята, забиты. Никого я больше здесь поставить не смогу. Герой ожил. Давай сюда. Ох, как бомбардир там наяривает. Совсем другое дело. Когда он прокачанный, у него хорошие атаки. Массовые. Тут генералы, да, ползут? Ну, ниндзя там тоже наяривает. Будь здоров. Просто шинкует их. Мне нравится. А где мой-то герой? Вот он стоит здесь. Иди сюда. Так, грифоны летят. Ну, мы их подбили. Кстати, кто-то говорил, Сашка, да, московский, опять говорил. Рэй, у тебя, наверное, легкая... Уровень сложности стоит. Ребят, здесь я не видел никакой уровня сложности. По стандарту все как есть, так и стоит. Ой-ой-ой, грифон пролетит, что ли? Я не пойму. Нет, не пролетел. Не смог. Хе-хе. Где мой ниндзя там? Ой, смотри, что тут происходит, ребята. Это последняя волна. Так, мы этого только одолели. А дальше-то как быть? Как нам быть дальше? Вопрос на засыпку. Ой-ой-ой-ой-ой, тут очень много минотавров, ребята, накопилось. И как мы с ними будем справляться-то здесь? Пока всех не убьют, они не проходят, да? Я не хочу, чтобы вот эта вся армада прошла. Я не желаю. Так, бомбардира я, наверное... Ага, прокачали. Я... Как мне тебя переместить-то, я не пойму. Мне не нужен лучник. Мне нужен именно бомбардир. Я никак не могу его выделить. Что ж такое-то? Вот, вот, ребята, я его выделил. Пускай он здесь прикрывает. Все, от него здесь будет больше толку на самом-то деле. Так, минотавры не пройдут. Есть. Слушай, ну это только одного мы здесь подбили. Мой герой еще пока не рисанулся. Вот, последняя вот эта вот волна, нам нужно с ней справиться. Черт подери, так смотри, сколько их тут. Друид, давай мы тебя вот сюда переместим. Вот сюда переместим, будешь здесь стоять. И эльфа, а эльф не доходит. Так, кролики. Давайте, 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 бомбаните, пожалуйста, мне вот этого большого, пожалуйста, минотавра. Ну, ну, есть, упал. Фух. Слушай, у нас целая куча монет, а потратить мне некуда. Прикинь, просто некуда. Все прокачано по фулочке. Да, 2000 монет и потратить некуда. Есть. Ребят, победа. Очень жестко на самом деле. Но 3 звезды нам обеспечено. Так, и... Угу. Уровень еще и пока не получаем. Но зато получили карточку на лучника. Так, давай-ка глянем, что у нас дальше поджидает. Вау, вот это скидон. Молний. 149 рублей. Нет, спасибо большое. Так, ну что, ребята, пойдем дальше продвигаться потихоньку. Или же нам лучше посмотреть, что вот здесь происходит. Сколько там 47 дней? День первый. Начать.
Ладно, была не была. Я хочу посмотреть, что у нас тут такое. Угу. Ячеечка открыта, и мы выставляем сюда нашего мага. Блин, мне хочется еще, ребят, одного героя. Сколько он стоит? Сколько он стоит, этот двуликий? Что так дорого-то? Что-то уж слишком дороговато, ребята. Рубиновый воин. Любитель единорогов. Это же, по-моему, у нас костюм Дэдпула. Ладно, хорошо. Дороговато он стоит. Короче, поехали. Будем смотреть. Будем смотреть, что нас тут ожидает. Так, идет мясник. Все на этот остров принадлежать мне. Убираться не пожалеть. Ну, жердей, а ты часом игру не попутал? Гони биту, и, может быть, обойдемся без липосакции. Моя кость широкая, а твоя кость моя ковыряться в зубах. Чоп-чоп, вкусный стейк из твоей тупой башка. Ширококосный? Ты, видимо, не понял своей гениальной головушкой, что мы захватили пристань. Тебе с острова не уплыть. Еда хватить на 50 дней. Вы так долго тут не жить. Я готовить торт из вкусного мяса. Твой тощий задница. И ушел. А у нас две дорожки, которые мы должны защищать. Что такое? Что это он тут, ребята, собирается делать? Ты видел это сейчас? Ты видел, что сейчас было? Мне это совсем не нравится. Так, значит, смотрим, ребята. В принципе, все под контролем должно быть. Ой-ой-ой, как мало мне дали деньжат. Мортары. Так, наверное, вот сюда мы поставим с вами лучника. Да что ты будешь делать? Цепляет и цепляет. Где мой... этот? Я его не вижу, ребята. Он встал там в неудобной позиции какая-то. Так, сюда я, наверное, вызову нашего мага. Да? И еще одного лучника-эльфа. Так, а вот сюда нужно поставить, наверное, ниндзю. Не знаю, ребят, давайте посмотрим, что тут будет происходить. Потом уже будем определяться. Ага. Мне теперь нужно контролировать своих, ребята, бойцов. Иначе этот мясник просто-напросто их будет похищать своим крюком. Поняли, да, в чем прикол? Так. Нам нужно разжиться на монетки с вами. В первую очередь. После этого будем прокачивать уже своих юнитов. Так, ну что, первая волна довольно легкая. Давай приступать ко второй. Отходим. Не хочу, чтобы он меня крючком утащил. Он, наверное, утаскивает и потом съедает до этого юнита. Скорее всего, так оно и будет происходить. Прокачиваем нашего эльфа до второй звезды, чтобы было отравление. Оно нам нужно. Так. Этот уже покрепче будет, да, парень? Этот будет покрепче. Ну, я думаю, что с ним справимся мы. Так, давай-ка вот сюда встанем, потому что маг не справляется у меня один. И надо будет его прокачать. Так, ну что, вторая волна. А всего их тут три волны? О, так это же изи. Три волны — это самое то, что нужно для меня. Но не забываем, ребята, это первый день. Первый день из 47. То есть это своего рода челлендж, испытание, да? Минотаврики появились. Это уже радует. Но, конечно, минотаврики вот эти радуют, а не которые амбалы. Давай-ка я сюда, наверное, тоже друидика одного поставлю. И, хотел сказать, прокачаю. Не получится прокачать. Так, гопотуля здесь бежит, да? И минотавр. Ну, я стою, контролирую этот пятачок. Так что я думаю, что никто здесь не пробежит. Даже носа не подточит. Упал, родной. Все, довольно легко и просто для первого дня. Что нам за это полагается? А, мы еще и получаем звездочку. Ну, правда, одну. Вот, вот это уже радует. Слушай, а если мы с вами плюсик нажмем, это у нас улучшится, или как сказать, большее количество гемов нам, скорее всего, дадут. Теперь после каждого уровня до завершения у меня включается реклама. Меня это бесит на самом деле. Так, ребята, 59, короче, час нужно ждать для того, чтобы откатился, да, следующий день. Так, что у нас показывают в лагере? Кролик. Понятно, первого уровня. Нам нужно еще один кролик, чтобы мы смогли скрестить. Понятно. Так, ну что же, давай посмотрим, что у нас тут выполнено или не выполнено. Получить. Вау. Так, сундучок, ребята, и что же нам выпадет из него? Что-то прекрасное. Подвесочка, щит. Так, отражение урона. Чем сильнее удар по такому щиту, тем больше возвращаемый им урон. Это круто на самом деле.
Так, здесь что у нас такое? Описание такое прохладное, что у вас экран инеем покроется. Глыба. Так, на время замораживает случайного врага. Опачки. А вот это на самом деле крутенько. Так, давай мы здесь заберем еще ключики. Так, предводитель, защити аванпост, не нанимая солдат? Это как это так? Не нанимая солдат. Что-то ребят попутали. Я не смогу этого сделать. Так, а что у нас тут? Аура отваги. Добавляет урон окружающим. Слушай, я думаю, что нам все-таки вот эта подвесочка зайдет лучше. Слушай, а что это за костюмчик у меня? Синтетическая броня, резина и суперклей. Отличная защита от куличьих ударов и огнестрела. Даже так? А у нас что стоит? Фью. Давай, конечно, возьмем вот эту вот броню. Она будет поэффективнее. Блин, мне нужен герой. Я хочу, ребят, себе героя получить. Сколько нужно-то? Получи сейчас. Сколько ты? 1500 гемов. По ценнику 1500. Константин. Че так дешево-то? Сашка мне писал, что у него двуликий за 150 рублей продавался. По супер скидке. А у меня, елки-палки, 1500 рубликов он стоит. Мне не фартит, как ему. Так, кто? Напоминает мне чем-то, знаете, ребята, Чип и Дейл мультик, гайка была там такая, да? Вот похоже чем-то. Сколько ты стоишь? Блин, 1000 гемов. Как мне накопить эту 1000? В принципе, кажется, да, ничего трудного нету. У меня уже 400 гемов. В то же время тяжело накопить. Так, ну что, друзья, мы, наверное, продолжим с вами еще одну миссию, да, на острове Минотавров, потому что здесь у нас откат на 4 часа. Так, руки больше не плавают, потому что я уже подобрал ее. А что нужно здесь? А, это у нас, понял, это у нас турнир здесь происходит. Ясненько. Ну что, выбора нету. Погнали тогда на остров Минотавров. Так. А еще минотавры просто боготворят лабиринты, целыми днями в них бродят. Видимо, поэтому они так же, как и орки, могут ходить только по дорожкам. Мутные воды. Ух ты, подвеска, ребят, какая-то будет. Железный человек бы позавидовал жизненной энергии, которую Ред получает с этим артефактом. Это для Реда, что ли? Хм, начать. Это уже просто какой-то перебор по рекламе. Я серьезно говорю, уже достали. И что здесь сделал этот ученый? Он шпионил за минотаврами и постоянно готовил против них планы наступления. Почему тогда вы их не победили? Рогатым почему-то каждый раз удавалось нас перехитрить. Как будто они заранее знали, что мы будем делать. Так, что у нас? Одна дорожка. И смотрите, какое тут хитросплетение идет. Ну что же, давайте, ребята, с вами будем делать. Так, подрывник. Сюда же мы сразу поставим нашего эльфа-лучника, ниндзю. Ниндзю, наверное, мы вот сюда переместим. Так, хорошо, дальше что? Дальше нам еще нужен друид. Конечно, может быть, я зря всех их поставил на этом пятачке. Сюда мы поставим еще одного эльфа. Прокачаем сразу до двух звезд. До одной звезды, чтобы отравление было. Здесь я сделаю то же самое. Чем раньше мы их будем отравлять, тем лучше для нас. И вот здесь то же самое. Так, хорошо, бомбардир. Так, эльфа вот этого тоже прокачиваем. А ниндзя? Ниндзя тоже прокачивается. Ну все, ребята, приступаем. Конечно, куча минотавров, все дела. У нас здесь три дороги, по которым будут идти враги. Три дорожки и всего лишь одна к подступу к нашему оплоту. Так, вот это мне совсем не нравится. Как интересно будет у меня работать талисман, который может замораживать противников. Хотелось бы посмотреть на это все дело. Ой-ой-ой, что-то, мне кажется, на этом пяточке будет вся битва завязана у нас. Так, подрывник что-то занервничал. Так, давай-давай-давай, бомбим. Не забываем про прокачку. 160 монет нужно, да? 7 волн здесь будет. Так. Где мой герой? Мой герой бегает тут, сломя голову сам по себе. Так, погоди-ка. Погоди-ка, погоди-ка, роднули. Куда это вы собрались-то? Я не понял. Нифига вы наяриваете, бегут они мне. Так, эльф, иди сюда. Ты мне нужен именно здесь. Так, мы что-то как-то с вами не справляемся почему-то. Я не знаю, почему, ребята.
Давай-ка кроликов, наверное, запустим сюда. Вот так вот, для начала. Бомбардир, сколько нужно? Понял. Так, ну что, пока хорошо. Надо бомбардиров, кстати, еще побольше немножко нам поставить. Следующая волна. Погнали. Опачки. А что так сразу-то? Что так сразу-то с этих начинают? Мне не нравится так. Идет. Идет у нас огр двухголовый. Начинаем травить. Отлично. Я вижу, ребята, вон отравление идет. Причем довольно неплохо, кстати. Сюда вот можно было бы, кстати, поставить нашего друида, мага. Да, я думаю, что это зайдет. Так, ну-ка давай-ка покажем ему, где раки зимуют. Достал он тут бродить. Так, а эти минотавры как? Я думаю, что не пройдут они далеко. Что он там, отрыжку пускает свою, да? Ух ты, тихо-тихо-тихо, гопотули, куда это разогнались вы? Давай-давай-давай-давай. Вот сюда я обещал поставить мага, друида нашего. 160 для прокачки нужно. Минус один огр. Так, сейчас мы... Я, кстати, вот она как действует, ребята, как раз видно, заморозка, вы поняли, да? Ну, правда, на короткий промежуток времени что-то меня как-то не совсем устраивает. На короткий промежуток времени всего лишь-то. Я думал, будет подольше. Но нет. Никаких подольше. 320 монет, чтобы улучшить бомбардира. Моего героя уже завалили. Как всегда. Эльфы, вы должны держать оборону. Не должны пропустить этого огра. Так, мы ожили. Мы ожили, мы снова живы. Мы снова в деле, мы снова в строю. Так, здесь грифоны летят. Ну, я надеюсь, лучник мой справится там. Еще минус один. Так, прокачиваем нашего мага. Вот, совсем другой урончик пошел, совсем другой. Так, летят. Слушай, погоди-ка, а почему не летят, почему? Так, подбили, нормуль. Еще минус огр. Мой герой почему-то даже не присутствует при боевках. На! Эльф, давай бомби. Ты видишь, там грифоны летят. Мы не должны их пропустить. Вот что я хочу сказать. Ох ты, очень много монет, поэтому надо вот так сделать. Мартира. Is bombs for you. Так, и вот так сделаем. Ну что, ребята, пока справляемся. Пока. Опять грифоны, да что ж ты будешь делать с ними, а? Надо вот здесь вот так сделать, чтобы поэффективнее бомбили. Давай-давай-давай, трави этих олухов. Ты с барабанами, ты достал уже. Так, у нас вот здесь еще свободная ячейка-то оказывается. Я ее пропустил, надо будет обязательно кого-то сюда поставить. Я даже могу представить кого. Второго бомбардира, и это будет вообще великолепно. Да? На самом деле будет вообще круто. Прикинь, два бомбардира, такую массовку здесь сделают. Ну, он не бомбардир, он подрывник, но вы поняли, да? Так. Вообще шикарно. Так, кроликов тут наплодили целую кучу, сейчас будут бомбить всех. Хе-хе-хе. Так, этот с барабанами пришел сюда. Зря ты пришел, парень. Готов. Так, тут-то что происходит? Ниндзя, ты слабоват. Тебя нужно проапать, судя по всему. Так, мой герой, иди сюда. Давай, наказывай их. Да-да-да, конечно, варги собирались тут прибежать. Не тут-то было. А ну-ка, давай-ка мы этого плешивого. Так, смотри-ка, грифоны летят. Сюда нам нужно, наверное, еще одного, ребята, лучника поставить. Потому что, ну, уж слишком много грифонов. Давай вот так вот сделаем. Собачка, ты бы хотя бы, ну, наносила по колоссальный урон, что ли. А то как-то я не вижу, чтобы ты тут бомбила. Мне нужно, чтобы ты вообще тут рвала и метала, как было написано. И, судя по всему, здесь, наверное, у нас будут еще какие-нибудь разные животные, да? Мне бы вот ведьма пригодилась бы, помните, которая была в лесу? Которая нам давала бесплатный баф и так далее. Это было бы вообще великолепно. Так, ну что, шаманы здесь, да, у нас... Ох, как они ложатся. Как они ложатся. Так, у нас, ребята, это только третья волна была. Господи.
Ну что, четвертая пошла. Ну, я не зря, ребята, сюда поставил эльфов. Видите, да? Здесь грифоны у нас и очень много. И тут тоже, кстати, грифоны. Ага. Я понял. Я понял, в чем прикол. Давай, кролики, бомбите этих минотавров всех. Что-то как-то... Подожди, подозрительно, их много здесь. Сейчас немножко ряды почистим с вами. Вот так вот. Будет панда нам здесь теперь помогать. А, я же этого бомбардира, ребят, не пропал. Воу-воу-воу, смотри-ка, пролетают. Нет-нет-нет-нет, такого не должно случиться. Пока хорошо, все под контролем у нас. Бомбочку, 320 монет не хватает нам совсем маленько. Ну, есть. Прапаем. Теперь у нас два подрывника сейчас, самых мощных. А так, вот эти вот чувачки просто не ожидают такого подвоха. А смотри, как кролики... А, они не подбивают грифонов, они почему-то взрываются, даже не убивая их. Ух ты, посмотри, тут просто фейерверк натуральный у нас из бомбочек. 450. Блин, как же я хочу, ребята, прокачать. Да, нам нужна вторая звезда для того, чтобы мы могли дальше с вами использовать подрывников. Ну, карточки не выпадают на них. Вот в чем проблема. Не выпадают на них карточки. Тут прокачанный, так, тут прокачанный. Здесь тоже. Так, вот тут вот докачаем нашего друида. Дальше вот этого 550, понял. Копим с вами на прокачку вот этого друида, ребят. Ох, ёлки-палки, я только сейчас заметил, что здесь минотавр-то этот гигантский идет. Ёпрсоте. Так дело не пойдет, ребят, так дело не пойдет. Срочно апаем. Так, он отравлен, да? Все пока хорошо, все под контролем. Очень много грифонов летит. Ты посмотри, сколько. Бомбардиры сейчас будут здесь жарить. Давайте свои эти бомбочки выпускайте. Что-то... А, мой герой опять погиб. Как обычно. Как обычно, ребята, мой герой погиб. Ха, а подрывники стоят себе, как будто ни в чем не бывало. И просто раздают всем люли. И мне это нравится. Герой, давай, воскрешайся быстрее. Вот он. Отлично. Давай-ка мы... Да не ты мне нужен, мне нужен мой герой, господи. Ниндзя. Так, ниндзя получил фулл прокачку. Вот, вот тут вот непорядок. Ну и вроде бы как все, да? Все базы у нас, ребята, прокачаны по полной программе. Я еще, конечно, разочек пробегусь, посмотрю. Ну, слушай, да, а, во. Вот здесь почему-то недокачанный был маг. Так, бомбардиры улучшены полностью. Все, больше мы ничего с вами улучшать не можем. Остается только лишь держать, ребята, оборону любым путем. Куда ты разогнался, орк? Куда ты разогнался, командирушка? На-ка, со стола. Ох, сколько варгов здесь. Ну, мы справимся с ними. И с генералом даже справимся, да? Отлично. Так, а здесь, смотрите, под ускорением бегут. Ребятулечки-то разогнались, а? А, тут еще огр. Еще и орк с барабанами, понял. Так, жалко, конечно, что некуда опять нам с вами тратить денег. Потому что, ребята, были бы у нас прокачаны вот эти вот маги и эльфы, мы бы могли дальше прокачивать. Я не знаю, какие у них там спецспособности появляются. И очень бы хотелось бы на это посмотреть. Ух ты, разогнался-то куда? Ты посмотри, бегут, сломя голову. И заморозка мне вот что-то как-то не особо хорошо нравится. Потому что, во-первых, очень редко, ребята, она замораживает. И на очень короткий промежуток времени. Но это на самом деле как-то некомфортно, короче. Так, герой, уйди оттуда, потому что там такая заваруха. Пятая волна, да? Еще две волны у нас впереди. Жестко. Ох ты, ребят, смотрите, шаман. Фига у него радиус обстрела. Только шаман, да, может подбивать наших юнитов. Все, отдуплился. Следующая волна. 23 грифона здесь полетит с этой стороны. Ну, тут у нас, как видите, есть эльфы. А тут, понятно. А тут пойдут минотавры.
Герой, ты можешь у меня перейти вот сюда вот? Давай вот сюда мы встанем с тобой, будем их ждать. Так, отойди, отойди, потому что сейчас ты будешь тут один пока справляться. Вот, давай отсюда начнем. Так, по красоте пока. Слушай, а что он проходит-то? Не обращает внимания даже на моего героя. Во, обратил. Нифига себе, отойди, отойди, отойди оттуда. С одного удара больше половины здоровья отнял, ты прикинь? Вот с ниндзя подерись-ка. Он у меня прокачанный по фулке. Вот с ним и будешь драться. Опа, ну а ты посмотри, армада какая бежит здесь. Ну. Минус Минотавр, шикарно. А он один за другим идет здесь. Блин, у меня уже денег почти, ребята, почти 3000 монет. И потратить некуда, так обидно на самом деле. Опа-на, подожди. Нет, я понял, что здесь нету. Вот здесь-то у меня есть еще маленькая энергия, так что не надо мне свистеть. Вот, варги отдуплились. Почти, но не все. Что-то, ребята, мне кажется, что немножко даже игра начала подглючивать, потому что тут противников очень много. Но бомбардиры, все-таки не зря я здесь поставил именно двух. Вот этот пятачок, это самое, как говорится, массовое скопление врагов. И они как раз вот бомбят и, как говорится, массовый урон получают все. Так, тут у нас, ну, все прокачано, да, все хорошо. Минотавра этого сейчас мы расстреляем. Подрывник там бомбит. И заключительная, ребята, волна. Вызываем, кто у нас тут? Грифоны какие-то странные, там кого-то генералов, да, и шаманов, по-моему. А здесь 22 варга будет. Ага, здесь 4 больших минотавра. Короче, сейчас будет заваруха, ребята. Сейчас будет заваруха. Блин, жалко, я не могу поставить себе какие-то дополнительные башенки. Купить место или еще что-нибудь, было бы прикольно. Ну, с варгами мы должны легко тут справляться. Так же, как и вот с этими грифонами. Единственная проблема, что грифонов-то мы подбиваем, а вот эти вот генералы бегут. И герой мой почему-то не участвует в боях. Панда помогает здесь шикарно. Слушай, ну вот то, что ниндзя у меня прокачанный очень хорошо. Он, смотрите, ребята, очень долго сражается и держит оборону. Это прикольно. То есть так просто его не подбить. Мой герой намного слабее, чем этот ниндзя. Это я вам точно говорю. Ну. Так, а где у меня... А, эльф. Эльф бомбит. Эльф бомбит. Все, отлично. Я думал, его уже подбили. Тут с этой стороны пойдет 4 больших минотавра. Двоих мы с вами сейчас вот уничтожим. И вот это вот 2 последних. По идее так. По идее так, да? Заморозили маленько. Если бы этот заморозка бы еще наносила бы урон, вот это было бы вообще имба, на самом деле. Что-то мне не нравится, как тут все происходит. Кролики суицидальные. Куда же вы побежали, а? Совсем не туда, куда надо. Моего героя бомбанули, как всегда. Как всегда. Нет, подожди. Подожди, подожди, подожди. Мне вот так не устраивает такой исход дела. Давайте-ка вот этого Минотавра с вами попробуем забомбить. С одного удара просто снес мне. Просто снес моего героя с удара, ребята. Это вот этот Минотавр, да. Панда отвлекает его. А почему бомбардиры стоят и ничего не делают? С какого, блин, перепуга? Ну-ка, давай бомби. Вот так вот, все, ребята, победа. Никого мы с вами здесь не пропустили. Хотя мой герой раз за разом погибал. Так, до сих пор не получили уровень. Но зато получили вот эту вот подвесочку мы с вами. На 30 здоровья, которая нам дает прибавку. Так, ну что, друзья. Нам совсем немножко, я думаю, остается для того, чтобы попасть в этот лабиринт минотавров. Ух ты, а у меня, оказывается, их 2. Ладушки. Пускай пока это все работает, да? Без моего, как говорится, ведома. Ну, а мы с вами, наверное, закончим на этом нашу серию. Обязательно увидимся в продолжении и будем дальше проходить. Да? Я думаю, вы со мной согласитесь. Так что будем потихонечку, ребята, с вами бомбить челлендж на мясника. Потом, я думаю, у нас откроется портал. Ну, я думаю, в портал мы с вами не пойдем, пока не уничтожим этого минотавра. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.